Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с активными пользователями портала «Добродел». За 2,5 года работы приложения можно проследить динамику увеличения числа пользователей. Количество поступивших обращений в 2018 году уже больше, чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. По статистике, самые активные пользователи проживают в муниципальных образованиях Подмосковья, расположенных ближе всего к столице. Мы по сентябрю месяцу занимали первую позицию, значит, среди всех муниципалитетов Московской области, значит, по количеству обращений. Мы даже обогнали Балашиху Большую. То есть там, где зарегистрированное количество жителей порядка 400 тысяч человек, мы, значит, с нашими 128 тысячами обогнали по количеству обращений. В нашем районе больше всего обращений приходит от жителей Видного и сельских поселений Булатниковская и Развилковская. Более трети всех обращений связаны с проблемами во дворах. Почти 30% вопросов о ситуации с многоквартирными домами, а 15% о состоянии дорог. В ходе встречи от активистов поступили предложения по улучшению работы портала. Пользователи хотят, чтобы он стал более автоматизированным, а похожие обращения не дублировались. Ну, к примеру, там вот на какую-то категорию, по которой он хотел обратиться, да, он бы увидел уже, что по этой категории, ну, к примеру, уже был решен вопрос. Глава района подчеркнул, что для успешной совместной работы необходима обратная связь, а для этого желательно сделать систему менее анонимной. Наша задача, вот еще раз, не готовить качественный ответ, а все-таки исполнять те, значит, обращения, которые активные пользователи «Добродела» нам присылают. Подобные встречи с активными пользователями «Добродела» планируется проводить на регулярной основе. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.